приятно ездить, и я буду сегодня заниматься посадкой тюльпанов. Потому что посылка пришла с опозданием, и мне приходится вот в ноябре месяце заняться посадкой. Как я буду высаживать тюльпаны, я вам покажу. Вот 9 мая распустились мои тюльпаны, которые я садила поздно осенью, в конце ноября. Смотрите, какая красота. Вот. Разная вот грядочка. 72 тюльпана. Из них взошло 62. Ну, может, потом еще взойдут. Вот они ранние идут сорта. Вот они красавицы какие. Розовенькие. Вот они. Низкорослая. А это самое позднее еще. Чуть-чуть попозже будут. Кто-то писал мне в комментариях, что очень поздно высаживаю. Не взойдут, не расцветут. Ну вот она. Какая красота у меня тюльпанов.